дня. Я физически чувствую руку, это время движет меня. Оборачивая стол страха, но любовью гонит меня. И лечу я летучим прахом по кружной территории дня. И по кругу по колесу цифер пода себя несу. Там пружина решает за стрелку, колесо решает за белку. И по кругу по колесу цифер пода себя несу. Я по кругу по колесу себя несу. Регулярно пересылал тайнопись маркизу Марутси. На кого Бортнянский работает сейчас? Я не желаю! Не желаю быть тянутым в провокацию относительно российского трона! Милостивый государь, вы негодяй. Будьте любезны, защищайте. По приглашению вашего сиятельства, маэстро Бортнянский. Бортнянский? Елизавета Петровна всегда крайне благосклонно относилась не только к малороссийским певцам, но и искренне любила Малороссию, родину своего законного супруга Разумовского. Мне тогда едва исполнилось 10 лет, и выстоять на ногах всеночного было невмоготу. А кто первый враг порты? Россия и водка. Откуда они узнали о моем приезде? Павел Петрович не театрал. Бумаги какие-нибудь домой приносит? Стуточка. Список участников придворного заговора 1773 года. Не совсем полный, но в нем я, Фанин и Павел Петрович. Посольство только речи о неких таинственных бумагах, которые были предложены графу Разумовскому за феерические деньги. 200 тысяч золота. Я верну за месяц. О боже, да такого капитала нет во всем Неаполе. Понежу грянула по шлему молотком. А, кстати, граф, вы не видели маэстро Бортнянского? Псы! Собаки! Вы прекрасный человек, однако... Именно с прекрасными людьми случаются неприятности. Иногда очень большие неприятности. Поздно! Здесь. Карта воли. Молодой сеньор хочет возвыситься над миром и верит в успех. У него есть мастерство. Он умеет вести дела и понимать людей.